все, я же дома. Вот, этого достаточно контакта. Спасибо большое. Конечно. Да победно. Пока не победил. Скажите, они все полностью в шерсти, да? Тело мягко набивное у этих куколок. То есть только голова, да? Голова, руки, ноги, как у фарфоровой куклы. Знаете, тело. А тело мягко набивное. Тело мягко. Это девочка. Нет, это больше. Которая? Ксюша. А вот кому? Она как-то вот самая живая, что ли. Такой полоротик. А в наших детских галереях вы выставлялись, нет? Нет, нигде не выставлялись. Вы Брянская? Да. А мне казалось, что я видела работы в галерее 7-11, по-моему, или как там называется. У нас еще зачем у нас еще делают? У меня такая работа. Я такая. Я как бы не совсем участник. Мне надо будет выложить что-то в блог. Интересно. Я такая не фотогеничная. А мужчина не фотогеничный. Когда нас остают расплох. После ты даешь. Да, Танечка. Вот видишь, махнула на размерчик. Ну, так вот замахнулась. Да, раньше были все поменьше. А зверушки были? Да. Вот полгода назад я сделала. Я помню по прошлому году. И столько работы же тут, ё-моё. Да мало это. Медленно все. Так хочется медленно, быстрее. Медленно. Так хочется быстрее. Медленно. Хочется. А вот если, допустим, переболяли вы? Такого не бывает. Ты все равно иголочкой там где-то что-то поправляете, да? А чутье там ножница? Нет, ни в коем случае. Все чутье. Молодец! Как жизнь молодая. Слава Богу, прошу. А еще какой цена будет? Нужно будет? 2,5. 8 тысяч. Улитка 8, да? 8 тысяч. 7 тысяч. 3 тысячи. 21 тысяча. 29. 54. 29. Вроде тоже очень много будет заработано. 2,5 месяца. И 7 тысяч по вложениям по денег. И 2,5 месяца на работу. Волосы месяц. Это вживленные волосы, ты не поймешь. Это прядочки по 5 волосков. Каждую прядочку приделываешь отдельно. У нее волосы очень длинные. Их можно бесконечное количество раз расчесывать, заплетать. Для девочек все удалось. Ну, хотелось сделать высший пилотаж. Вон, туфельки у нее. Нет, туфли покупают. Молодец. Вот, Танюшечка, все любят.